В последние годы в Дагестане туристический бум, да и сами дагестанцы в полной мере освоили культуру досуга и приятного времяпрепровождения. Кофепитие является неотъемлемой частью образа жизни современного человека. В рабочие будни бодрящий напиток прибавляет энергии и настраивает на решение сложнейших задач. Ну а в выходные, наоборот, является прекрасным дополнением для отдыха. Подробнее в нашем следующем сюжете. Расул Али Галбацев – молодой предприниматель из Кизилюрта. Слово «молодой» здесь применимо в самом, что ни на есть, прямом смысле. Ведь юноша только 16 лет, а он не побоялся и уже решил попробовать себя в серьезном бизнесе. Чтобы сделать сказку были и воплотить планы в жизнь, Расул решил не откладывать реализацию своих намерений в долгий ящик. Приехал в Махачкалу и прошел все ступени роста в бизнесе своей мечты, чтобы изнутри своими глазами увидеть, как строится это дело. Направление, выбранное Расулом для ведения собственного дела, востребовано как никогда. В родном городе он открыл филиал кофейни под вывеской популярного дагестанского бренда ZM. И теперь все навыки, приобретенные в начале пути, пригодятся ему, чтобы строить самостоятельный бизнес. Сюда было вложено очень много труда, много сил, много вдохновения потрачено. И мы постарались здесь создать такой объект, который будет украшать наш город, наш любимый Кизилюрт. Разделить радость команды молодого предпринимателя пришли его друзья, коллеги и горожане, которых появление новой красивой точки на карте города не может не радовать. Вот кому хочу, как говорится, поблагодарить его, что вот такое молодое поколение у нас идет в бизнес, чтобы развивал бизнес, чтобы Кизилюрт не стоял на месте, он, как говорится, шел впереди, обгонял другие города. Ровесники Расула, которые лишь немного младше начинающего бизнесмена, увидели на его примере, что расстояние между фантазией и реальностью не такое уж большое. Главное – следовать за своей мечтой и верить в себя. Алина Багилова, Мурат Бекпарзов, телеканал ННТ «Кизилюрт».